Привет, друзья, с вами Флок. Я давно хотел послушать трек Тун, но его все не было. То есть он был где-то ВКонтакте, где-то в Телеграме можно было найти, но официально его не было. По-моему, он когда-то выкладывали его, потом его блокировали и так далее. То есть, ну, судя по всему, не было договоренности с Кайратом Нуртасом. Если даже брать ту последнюю работу «Пацан», да, где вот концовочку вырезали, но вставили опять же вот этот трек. Не знаю, давайте, короче, будем слушать, и плюс еще у нас будет в дальнейшем трек от, насколько я понимаю, у Лукманапа, но он под другим псевдонимом, Кроко. А может быть, это вообще не он. Так что давайте. Больше видео, друзья, на Бусти, там очень много казахского, кыргызского и, разумеется, корейского контента. Первые 2 дня можете смотреть абсолютно бесплатно, подписки на любой вкус. Выбирайте, смотрите, а мы с вами приступаем. Погнали! Cause I rap like I got rabies. I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies. Like I'm Hefner in my 80s, still I'm pushing up daisies. Don't wanna fuck with me. Джамал, как обычно, Ганжа, Ирина Кайратовна и Кайрат Нуртас. Поехали! Я целиком его не слушал. Джамал. Блин, друзья, я даже по-казахски умею читать, прикиньте. Перевода, все дорого богато даже в этом видеоряде, так что скорее всего богатстве, да, о чем-то таком вот, что не свойственно каждому человеку, наверное, о недоступности к чему-то материальному, возможно, а может быть наоборот, к доступности чему-то, чего-то материального. Так, а Тун это шампанское получается, что ли? Салат без рук дала, салам без рук дала, самка без инстаг. Салам без рук дала. Это самка без инстаграма и то талант не профукала. Поплавалам, шалалала, в эти слова, в Дубай жара, умело скрылась от Ускана. Кус-кус, тарда, мы в поисках плана. Синг-страт, мин чингин, синг-страт, мин чингин, минг-страт, синдинин, синг-лтар, мэн, тим-гэн, болш, мин, универс, калганда, бузгын, бузгурс, бргинге, джрегинс, дырс, 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 бой, танцуй, поцелуй, французский, ночь, круг, поцелуй, французский, бой, бой, танцуй, поцелуй мой французский, ночь, ночь, танцуй, я твой. Перед тем,
слушайте, довольно вайбовенько. Несмотря на то, что непонятно ничего, что-то да понятно. Возможно, о какой-то девушке, которая без рук типа дала салам, которая любит какую-то роскошную жизнь и которую ребята осуждают в этом треке. Тем не менее, очень круто. Очень круто. Ну, а что тут говорить? Ё-моё, этот трек, наверное, все слышали уже. Я его слышал отрывками только где-то. В Инстаграме, в ТикТоке. Я его целиком не стал слушать, даже когда он вышел. Хотел с вами послушать вообще полностью. ВКонтакте, когда мне его советовали, ну, ВКонтакте я, разумеется, нашел версию, добавил, но так и не успел послушать. Окей, давайте переходим к следующей версии. Друзья, за ребят обязательно лайк поставьте, не забудьте. Вот здесь, если честно, маленько непонятно. Крока Видалока. То есть, ну, может быть, псевдоним новый появился у Лукманапа, типа его альтер-эго какое-нибудь там под другим жанром. Давайте послушаем. Может быть, у него действительно другая муза какая-то его осенила на писание чего-то другого. Давайте. Другой музыки имеется в виду, совершенно не в его стиле, которая. Потому что его в последнее время все осуждают, что это не так, то не так. И я даже, блин, я не исключение. Потому что чувствуется, да, когда вот новые треки выходят, они какие-то не такие. Ну что-то там не то, что-то мягенькое стало. Возможно, Лукманапа сделал себе новое альтер-эго и сейчас будет выпускать под ним всякий другой вайб. Клубный, возможно, меланхоличный, лиричный и так далее. Поехали. Ох, 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 а здесь, слушайте, биты-то нормально, кстати. И, блин, ну, по звуку, по первому звучанию, ну, по-моему, это у Лукманапа все. Да что за звук? Ну и все мы знаем, что Лукманапа это все-таки Лакоста, да, все дела, он постоянно в этом бренде, и у него коллаборация была с этим брендом, не знаю, как сейчас, поддерживают они его или нет. Ну и тот самый нашумевший трек Крокалака, то есть в любом случае это он, это 100%. Давайте. Одна полоса белая, другая черная, ночи бессонные, хасл плодотворный, все за свои кровные, все движения ровные, на ногах твердые, результаты бодрые, всегда занятой, потому что много работаю, все, что заработал, я беру трудом и потом, мне как-то фиолетово на то, кто вы и че там, вы обо мне базарите, но меня вы не знаете, я про на характере, чтобы быть услышанным, получил подарок свыше, занял свою нишу, занялся делами, мои фотки на афишах, всяких недобрых. Не, ну я согласен, что как бы мы базарим, но о тебе не знаем, но мы же базарим-то на тему музыки, а не то, не, ну, не о том, какой человек вообще у Лукманапа, понимаете? Ну да, я согласен, что в текстах он выкладывает свою жизнь, свои эмоции, ощущения, но тем не менее я попрошу не сравнивать вот эти вот оценки именно в треках, и переводить их на личное, как бы, на себя. Просто многие обижаются, типа, ой, ты как-то перестал там уважать Лукманапа туда-сюда, да при чем здесь это? Это далеко не так вообще. Доброжелателей не вижу и не слышу, я газую за закатами, в круг закатанный, делаю красиво, как учили братаны, постоянно на связи с моими братьями. Не, ну здесь хорошо, рифму так нормально сделал, там, где ее не было, собственно, он ее сделал. С моими братьями, с людьми достойными, на этих улицах наши сердца холодные, как этот голодный мир, мой флоу не модный, но я задаю свой стиль, не для тупой толпы, их кумиров не чухую, превращаю в пыль, Кроко никогда не сбавит пыл, эй, чашу бир, будхагир, джирок хочетет, джирок тончиханыр, я давно не дропал, теперь буду дропать жир, я ем аматричану, посыпаю вот сверху ждем. Сыр, эй, джашу бир, будхагир, джирок хочетет, джирок тончиханыр, я давно не дропал, теперь буду дропать жир. Я ем аматричану, посыпаю сверху сыр. Мне нужен микрофон и бит. People, bon appetit. Okay, let's get it, get it, get it, get it. Это Бишкек Сити. Listen to me. If you know what it is, you know what I mean. Мне нужен микрофон и бит. People, bon appetit. Okay, let's get it, get it, get it, get it. Это Бишкек Сити. Listen to me. If you know what it is, you know what I mean. If you know what it is, you know what I mean. Окей, давайте. Ну ладно, здесь повторы будут, собственно. Но, что сказать, ну вот это реально жир.
вот это реально жир. То есть здесь чувствуется что-то другое, здесь чувствуется прям новое дыхание от того старого Улукманапа. Маленько, конечно, вначале одолели сомнения, Улукманапа ли это, ну потому что только псевдоним другой. Когда буквально секунду там его голос зазвучал, понятно, что это сам Улукманапа. Ну и по картинке понятно, что альтер-эго Улукманапа и его, тотем, его, как это называется, его перс, это все-таки крокодил. Так что, друзья, это реально жир. Еще раз напомню, что все, что я говорю про Улукманапа, это личное мое мнение. И оно касается только музыки. Зашел мне трек? Не зашел. Ни в коем случае это не переводите на личное, на человека и так далее. Не нужно этого делать. Потому что мы все-таки сейчас с вами слушаем музыку, мы оцениваем треки и делаем мнение. Мое мнение не профессиональное. Я обычный человек, который сижу дома и слушаю песни. Вот и все, друзья. Вы точно так же можете послушать, сделать свое мнение и просто его написать мне в комментариях. Друзья, с вами был Флок. Послушали два крутейших трека. Ваше мнение обязательно жду в комментариях. Какие-то треки, может быть, я пропустил, обязательно скидывайте. Будем слушать. Всем спасибо. Увидимся. Пока. Take on your body parts to a fucking grave.